Отказаться от традиционных бумажных квитанций и получить за это деньги. Барнаульская горэлектросеть подводит итоги акции «Подпишись на электронную квитанцию и получи бонус 1000 рублей». Ее перечислят на лицевой счет абонента. Ранее каждому участнику акции, а их почти 4000, был присвоен порядковый номер. Акция проводилась в период с 14 мая по 30 июля. В ней приняли участие 3801 абонент компании. Будет выбрано 100 победителей. И вот они, 100 счастливчиков. Список победителей опубликуют на сайте БГС и в СМИ. Кстати, сегодня уже более 7 тысяч абонентов Барнаульской горэлектросети перешли на электронную квитанцию. Она ничем не отличается от бумажной и является ее копией. Только найти ее можно не в почтовом ящике, а на электронной почте. Электронная квитанция имеет ряд преимуществ. Она, во-первых, быстрее доставляется, поскольку ее доставка не связана с работой почтовых служб. Во-вторых, электронная квитанция доступна с любых средств электронной связи, которые имеют доступ к интернету. В-третьих, электронная квитанция позволяет соблюдать конфиденциальность данных. Для того, чтобы перейти на электронную квитанцию, абонент должен зайти в личный кабинет. Если вы не пользуетесь им, необходимо пройти регистрацию. Для этого нужно перейти по ссылке в личный кабинет БГС или скачать мобильное приложение в App Store или Google Play. При регистрации указываем пин-код. Его можно найти в чеках об оплате. И последний шаг. Во вкладке «Мои лицевые счета» дать согласие на получение квитанции на e-mail.